рюкзаку. Начнем с похода к Рагату. Для сегодняшней прокачки нужно море экспы. Эти призраки вроде не очень опасны. Не очень люблю этот данж из-за размеров. Первую часть данжа зачистили. Капец, Драугар подкрался.
уже задолбался этих драугров фармить. Земля мне пухом. После продажи барахла не снял рюкзак и не переодел амулет. Берем ключ в сундуке. Тут ловушка. Все, осталась финальная локация. Плащи, конечно, душат. Обереги ничего не делают.
Очередная ловушка с камнем. В нее еще хер попадешь. Ладно, возьмем что-нибудь посильнее. Ну вот, так бы сразу. Рагот, пожалуй, самый жесткий жрец из Асумана Дримур. Бежим в центр, активируем бой и убегаем нахер. Убиваем мелочь, чтобы не мешалось. А вот и чувачки с молотками, он еще лучника суманит. Чё, то я тут заблудился, капа. Если лучник попадет и у него прокнет паралич, то это ГГ. Даже до жреца дойти не могу, капа.
как по мне, очень сильный жрец, но при этом с самой хуевой маской. А это что за хрень? Ясно. В сундуке кинжал для ритуального квеста изменения. Убиваем обманщика. Экспы все еще не хватает, так что решил сбегать в древний Каирн по квесту салатников. А Фаркас в соло это все вытащит или нет? Если его сильной аурой обмазать, может кто тут истил? Сценку вырежу, очевидно. Успел. Не хочет вставать. Быстро пробегаем, чтобы не словить рандомную сосульку или крик.
А вот и наш помощничек соизволил появиться. Как обычно, видюха. Тут вообще пришлось сохраниться, постоянно выкидывает, кое-как записал эту херню. Вроде все. Сетовые перчатки на скрытника. Отправляемся в пещеру Каменный ручей, нам нужна лютня. Блин, напугал. Забыл соратникам квест сдать. Нужная нам вещь. Ну что, начинаем прокачку. Всего у нас 1 300 000 XP. За кадром я потратил 60 тысяч золота на относительно дешевые заклинания, сейчас прочитаем их. Итого мы получили 90 тысяч опыта, начинаем его тратить. Поскольку у светлых персонажей просто офигенные учителя в скобочках коллеги с 75 навыка, то придется качать алхимку только опытом.
Начинаем качать лайт. Теперь мы будем брать уроки Лайта, а за опыт максить алхимку. Качаем до 95, остальное добьем бесплатно. Читаем книжки по алхимке, первая в доме Аркадии. Вторая в клубе Гнесис, Виндхельм. Хижина Анис. Лагерь алхимика возле вечно зеленой рощи. Последняя книга возле сприганов в роще. Как вы видите, 5 книг недостаточно, поэтому пришлось идти за лютней. А вот теперь все нормально. Берем все основные перки. Теперь прокачиваем изменения до 96. Первую книгу нам выдал библиотекарь за квест Fellglow. Дом Мариса Равел, Рифтен. Дом Кралдара, Винтерхолд. Маяк Солитьюда. Теперь в бою кастуем изменения и становимся мастером. И тут у многих возник вопрос, а зачем качать до 96 и читать 4 книги, если можно было прокачать до 95 и прочесть 5? Объясняю, 5 книг и 95 навыка не хватает, чтобы стать мастером. У вас будет 99 навыка и пиксель до уровня. Идти в пещеру Хоба за флейтой было впадалу, капа. Для прокачки изменения нужно еще 2 перка, купим их за экспу чуть позже. Ну и как обычно продаем барахло. Вышло 35 тысяч. Крафтом зелий займусь в следующем эпизоде. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр.